Вітаю, чи можу допомогти? Окей, уявіть собі телефон і месенджер, які змішані у одній приладі, яка використовує дармовий інтернет-сигнал, що розповсюджений по всій Північній Америці, і ніхто його не використовує. Гэта ніби сила. Сэр, вы глядели «Зорные войны»? Не. Гэта мужик хтивы. Я мне не падаўся хтивым. Ты ж сапраўдная акула. Я ведаю, як падаць ваш товар. І я ведаю, як прадаць ваш товар. Але я возьму 50% кампаній і буду яе дырэктарам. Такая угода нам... Нам пасуе. Ты жартуеш? Мы змагаемся за место на рынку, и мы спазняемся на год, мне треба прототип. Або я зроблю это выдатно, або никак не зроблю. Майк, ведаешь такую примовку? Идеальный ворог доброго. Не все доброе идет на корысть человечества. Какая назва? Это BlackBerry. Попробуйте большунами. Отдайте эту модель у руки каждого хакальщика на Уолл-стрит, кого можете найти. Я называю его ломакой. Сэр, а как же так? Он с нами не поедет? Не. Великим человеком можно стать только про великую ахвяру. И чем это болючей, тем лепей тебе. Повеличим колькость прилад, и сетка не вытримает. Это незаконно? Нам треба продать миллион BlackBerry. Ты собираешься кинуть просто на полове? Поведайте, какой прицел может быть для шматмиллионной компании. Что ты робишь? Я роблю все. Хлопцы, вы же не уявляете, как керовать компанией. Я той, кто створил этот шматмиллионный рынок. Ты же сказал, что у нас лепший инженер в свете. Я сказал, лепший инженер в Канаде. Сколько тебе заплатили? Не могу сказать. Мне заплатили 10 миллионов долларов. Мне так само.